Транспортная реформа, обещанная столичными властями, стартует в декабре. Напомним, что мэрия разбила ее на несколько этапов. Администрация города планирует с 1 декабря осуществлять регулярные перевозки по оптимизированной сети и с помощью автобусов большей вместимости. Будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов и отменены 18. Кроме того, на муниципальных маршрутах появится возможность оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт. Пассажиру можно будет воспользоваться картой любого банка, либо смартфоном или иным гаджетом с технологией Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Кстати, стоимость будет такая же, как по карте ЕТК. С сегодняшнего дня идет технический запуск проекта. Понятно, что в это время карты будут приниматься не на всех мобильных терминалах. Дополнительные вопросы можно задать уполномоченному оператору системы безналичной оплаты проезда ЕТК по телефонам 36-03-30, 36-33-30, либо через форму обратной связи на сайте ЕТК в сети интернет. Адрес вы видите на экране.